Всем привет, на канале Алина и Алиса. Всем привет. Алиса, привет. Привет. Сегодня мы будем открывать Шопкинс. Шопкинс. Смотрите, у нас есть такая классная. У нас есть такая классная кухня. И сюрпризы в баночках, которые держит Алиса. Алиса, покажи сюрпризы. Какие у тебя сюрпризы есть? Это Хомкин. А вот эти вот баночки покажи, какие баночки у тебя. Баночки. Баночки. Баночки Шопкинсы. С чего начнем? Вот есть сюрпризы. Думаешь? Вот, может, ну ладно, как ты хотите. Давай. Давай, откроем. Давай, откроем сюрпризы, да, Алис? Смотри. Какое? Доставаем два пакетика. Сюрприз Шопкинс. И второй. Вот так. И достанем вкладыш. Аня, она нам хочет. Давай, сейчас откроем. Сейчас откроем. Нам попалась такая книжечка. Ну что там, ребята, что там? Ты это мед, смотрите, вот такой вот мед нам попался, как на картинке прям. Алис, покажи. Покажи какой. Покажи, ребята. Покажи какой, вот такой прям точно. Вот, смотрите, точно такой же мед. Такой классный. Угу. Классный, да? Классный. Какой-то, смотрите, такой соус. Такой нам попался. Кто знает, что это? Соус или какой-нибудь. А что, во вкладыше же можно прочитать. Давайте откроем вторую баночку, там достанем вкладыш и посмотрим. Да. Открываем вторую баночку. Что там у нас? Давай. Что? Вау! Еще один, два пакетика. Алиса, тебе все валится. Вы пока открываете, дайте мне вкладыш. Книжечка такая. Смотрите. Книжечки. Алиса достает. Банановое что-то. Тут там написано, посмотрим. Написано, что это сахар. Это пакет сахара. А, это пакет сахара. В общем, нам попался пакетик сахара. В общем, все у нас для выпечки. Так, вот я нашла наш соус, который нам попался. Он сладкий. Перед этим. Это вообще написано группа печенья, но у нас ванила. Это ванильная. В общем, ребята, это ваниль. Да, ваниль такая жидкая. Аня, какой она попалась? А, смотрите, что там? Повторка. Повторка попалась. Да, клубничка. А, ну повторка не здесь, а такая просто у девочек уже есть, да? Баночки мы открыли. В общем, у нас получилось в баночках 4 таких прекрасных Шопкинса. Теперь мы открываем, наконец, для них кухню. Вот мы открыли кухню. Да пусть все видно. Сейчас мы все посмотрим. В общем, в кухню входит такая микроволновочка, столик, да, кухонный. Красиво, Алиса? Это какая-то книжка, Алина сказала, да? Да. Давайте ее первой посмотрим. Два там должны быть. На сутиках сидят. Вау! Вау! Смотрите. Открывается, что ли? Да. Не сломай только. Сюда можно складывать все рецепты, Алина. Вот где книжечки, ты поняла? Ага. Для чего это нужно? Это называется смотрите, у нас тут коробочка будет для рецептов. Ну что ж, какой-то секретный рецепт. Да. Да, Алис? Вообще, вот такая книжечка. Mystery Dish. А что это значит? В общем, надо смешать как называется, господи, продукты, которые тут нарисованы. Получится что-то секретное. Держи, складывай. Алина освободила стол. Смотрите. Он такой простой, можно сказать, квадратный. Ничего в нем необычного нету. Смотрите, а сейчас мы достанем два эксклюзивных шопа. Первый шоп у нас такой. Вот этот тортик. Такой тортик у нас сидел на стульчике.
А второй кто? А второй тоже тортик. Второй тоже тортик, да? А, они уже готовые, получается. Тут у нас продукты для приготовления, а эксклюзивные шопкинсы – это у нас уже готовая выпечка, то, что получается по рецепту, я так понимаю, да? Вот, тут у нас получается какой-то тоже тортик квадратный. Один круглый тортик, один квадратный. Угу. Вот мы наконец достали кухню. Сейчас мы ее посмотрим поближе. Микроволновочка открывается. Ну-ка, Алин, покажи. Микроволновочка. Она еще и крутится, ребята. У нее есть такой ролик, который Шопкинса будет внутри крутить. Так, тут у нас доска, да? Да, специальная. Она так откидывается. Сюда тоже можно ставить Шопкинсы. Все ящички у нас должны открываться. Это? Так, это духовка. У нее есть отделение. Нижний и второй ярус. Все ящички открываются, двигаются. Двигаются. Ну, эти ящички давайте тоже открываются. Печется? Здорово. Так, давайте теперь порежем наш торт. Стульчики такие. Чик-чик-чик-чик. С фирменным знаком Шопкинс. Классно, Арис? Нравится? Разогреем. Арис, давай разогреем тортик. Такая кухонька у нас сегодня интересная. Понравилась, девочки, вам кухня? Да. Алис, очень. Тебе понравилось? Очень. Алис, понравилось? Очень. Попрощаемся на этом, девочки. Будете играть? Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.